Я хочу сделать небольшое повторение, потому что я хочу обратить ваше внимание на то, что мы проходили в первый день наших занятий. Why is it important to study the names of God? Почему важно изучать имена Бога? To get to know Him. To get to know Him. Right. To get to know His character. And why is it important to get to know Him? А почему важно познавать Бога? To be established in faith. To be established in faith. Чтобы утверждаться в вере. Okay, I would like someone to read Daniel chapter 11, verse 32 and 33. Я попрошу кого-нибудь прочитать Даниила 11 главу, 33-34 стихи. And only the last half of verse 32 and the first half of verse 33. Verse 33. Последнюю часть 32 стиха и 33 стих. Даниил 11 глава. Daniel chapter 11. Даниил 11 глава. The last half of verse 32 and the first half of verse 33. Вторая половина 32 стиха и 33 стих. Would someone read that, please? Кто нашел, читайте. Okay, so why is it important that we know God? Почему важно, чтобы мы знали Бога? To pass it on to others. To be able to act. Okay. It says in my translation, the people who know their God shall be strong. В моем переводе сказано, что люди, которые знают Бога, они будут сильны. And carry out great acts. И они будут совершать великие дела. And those people who understand shall instruct many. И люди разумные, понимающие, они вразумят многих. So you are not here just to learn facts about the Old Testament and the Torah. То есть вы здесь не просто для того, чтобы изучать факты Ветхого Завета и Торы. You're here studying in this institute to know God. Вы учитесь в этом институте для того, чтобы знать Бога. The people who know God are strong servants. Люди, знающие Бога, это сильные служители. They will carry out great acts for God. И они будут совершать великие дела для Бога. And if you understand the scriptures, you will be able to instruct many people. И если вы понимаете Писание, то вы сможете вразумлять, инструктировать многих людей. So this is why we are studying the names of God. Вот почему мы изучаем имена Бога. Also, there is another reason. Есть еще одна причина. Another scripture. Look at Romans 15:4. Римлянам 15:4. Romans chapter 15, verse 4. Римлянам 15 глава, 4 стих. Would someone please read that when they find it? Кто нашел, прочитайте. Римлянам 15:4. Кто хочет прочитать этот стих? А все, что написано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. The things that were written in the Torah and the Old Testament were written for our learning. То, что было написано в Ветхом Завете и в Торе, это было написано для нашего научения. That would encourage us to have perseverance and hope. Чтобы у нас были терпение и надежда. Yesterday we saw how God worked in Abraham's life, and on the board we pointed out it took 10 chapters for God to confirm the covenant he made with Abraham. Вчера мы рассматривали, как Бог работал с Авраамом, и на доске мы указали, что потребовалось 10 глав, когда Бог совершал эту работу.
God is still working in us also. Бог продолжает работать и с нами. And we should take comfort from Abraham's life and from the life of Moses that God is patient with us. И мы должны утешаться, глядя на жизнь Авраама и жизнь Моисея, в том, что Бог терпелив к нам. Now, yesterday we studied the name of God, the third name, Yahweh. Вчера мы изучили третье имя Бога, Иегова. Now, I've written on the board in English what Yahweh is in English. На доске я написала Иегова по-английски. And Vika has written what it is in Russian. Ну и рядом перевод по-русски. Господь. I know you don't have the word thee in the Russian language. Я знаю, что в русском языке нет артиклей. Вот это вот thee, вот это первое, это артикль по-английски. In the English translations, Yahweh always has a thee in front of it. Но в английском переводе слово Иегова всегда имеет этот артикль. Артикль — это означает, что это один, то есть конкретный. Вот именно что-то конкретное. Это определенный артикль. For example, there's a difference. Let me see if I can explain this in English. Я постараюсь объяснить это с английского. This is a wedding ring. Например, это обручальное кольцо. То есть перед ним стоит артикль a, это неопределенный артикль. То есть это просто обручальное кольцо. Таких может быть тысячи. But it's not the wedding ring. Ну, то есть артикль неопределенный. This is the wedding ring. You mean it's like your? Yes. Но вот если говорить, это мое обручальное кольцо, то это уже определенное кольцо, то есть это уже определенный артикль. This is the one my husband gave me 52 years ago. То есть это то кольцо, именно то кольцо, которое мой муж дал мне 52 года назад. You see, it is special. То есть оно особенное, оно одно в своем роде. There's only one. То есть такое кольцо только одно. The same with Yahweh. То же самое с Иегова. He is special. That is a special name for him. То есть это особое имя Бога. To single him out. Оно выделяет его из всего остального. It conveys the sense that God is always present with his people. И оно передает смысл, что Бог всегда присутствует со своим народом. He is very closely linked to the redeeming acts of his people Israel. Что он очень близко связан с искупительными действиями над своим израильским народом. Now this is a ring. Это просто кольцо, одно из многих. I bought in Kyiv. Я купила его в Киеве. To wear on my right hand. Чтобы носить его на правой руке. Because this one will not come off. Потому что это уже не снимается. It's there forever. оно здесь навечно. It can't come off. Оно не снимается. Even with soap. Даже мылом. And so that is the difference between Yahweh and Adonai. Вот чем Иегова отличается от Адонай. In the scriptures, Adonai usually is always prefaced by a pronoun that is possessive. Like my? Да. В Писании вот имя Адонай, оно обычно используется, ну, допустим, мой Господь, там, его Господь, ну, как это называется? Наш Господь, как вот это, мой, наш, с принадлежностью. Да, мой Господь, наш Господь. And you see the difference. То есть вы видите разницу. So I don't know how it is written in the Russian Bible if Yahweh is written in all capital letters like that. In Russian? Uh-huh. It's not. No. Okay. Ну, то есть она спросила, написан ли у нас в Библии Иегова все буквы заглавные. Ну, в принципе, нет. Mm-hmm. And Adonai is written with only a capital L and the other letters are smaller case. А Адонай, он пишется, первая буква заглавная, а все остальные буквы маленькие. Later I want to talk to you about a new translation of the Russian Bible that was done by a friend of director Valentin Savantek. Позже я хочу упомянуть о новом переводе русской Библии, который был сделан другом Валентина Свентека. And it is he is in Kyiv and
The translation is excellent. It's from the Hebrew and the Greek. И это замечательный перевод. Он был сделан с еврейского и с греческого. And he was a classmate of director Valentin's when he was in the United States studying at the Christ for the Nations Institute. И в Соединенных Штатах Валентина и этот человек, они учились вместе в одном классе в институте MGBI. And as he was studying there, he realized there were some weaknesses in the Russian translation. И когда этот человек учился в этом институте, он понял, что русский перевод Библии имеет определенные слабости. So he's worked very hard to prepare an exact, as close to the original scriptures translation that he can. Поэтому он много работал над тем, чтобы сделать новый перевод Библии на русский, и чтобы этот перевод как можно ближе был к оригиналу. I don't know how much these Bibles cost, but I hope that all of you eventually will be able to have one. Я не знаю, сколько стоит такая Библия, но я надеюсь, что рано или поздно каждый из вас сможет приобрести себе такую Библию. How many of you are graduating this year? Кто из вас заканчивает в этом году? One, two, два. Two people graduating this year. Два человека заканчивают институт в этом году. She had to graduate too, but she'll continue. Sasha. Okay, three. Три человека. Are the rest of you going to continue in night school next year? А остальные будут продолжать учиться на следующий год? Okay. Will the rest of you graduate next year? То есть остальные закончат на следующий год, да? Слава Богу. Well, I am going to pray that each one of you be able to have one of those Bibles. Я буду молиться, чтобы каждый из вас мог иметь такую Библию. Yes. I'm going to pray. In fact, I want to pray right now. Да, я хочу помолиться прямо сейчас. Heavenly Father, we've learned that one of your names is Jehovah Jireh. Отец, мы благодарим тебя, что одно из твоих имен это Иегова Иры. And I ask in the name of Yeshua that you give every one of these students a copy of that new translation of the Russian Bible. И я прошу во имя Иешуа, дай каждому студенту Библию в новом переводе. And I ask this in Jesus' name. Я прошу это во имя Иешуа. Amen. Amen. I'm pretty sure it's the whole Bible. It may be just the New Testament. I may have misunderstood. Но я точно не уверена. То есть я поняла, что это перевод всей Библии. Хотя, может быть, это перевод только Нового Завета. Only the New Testament. Huh? Only the New Testament. It's only the New Testament? Только Новый, да? Yeah. Oh, you've heard about the Bible. То есть вы знаете уже об этой. Oh. Who is the author? Громов? I don't remember his name. Я не помню его имя. Валерий. Это Новый Завет получается. It's the New Testament. Okay. Well, I hope he will work on the Old Testament also. Но я надеюсь, что он и над Ветхим Заветом поработает. That would be very good. So let's pray for Valerie that he will do the Old Testament before too long. Так что будем молиться за Валерия, чтобы он Ветхий Завет перевел и побыстрее. Well, we praise God we can have the scriptures in our language. Но мы славим Бога, что имеем Писание на родном языке. Because for many centuries Christians did not have individual copies of the scriptures. Потому что на протяжении многих веков у христиан не было своей книги Библии. And we know it is the word of God that is powerful. И мы знаем, что слово Божье имеет силу. Now, excuse me. We said yesterday the name Yahweh occurs more than 6,800 times in the Old Testament. Вчера мы сказали, что имя Иегова употребляется в Ветхом Завете около 6800 раз. And today we're going to study the name Adonai. Сегодня мы изучим имя Адонай. This name means Lord or Master. Это имя означает Господь или Господин. It appears more than 300 times in the Hebrew scriptures. В еврейских писаниях это имя встречается более 300 раз. This name implies relationship. Это имя подразумевает взаимоотношения. Isn't that wonderful that God wants to have a relationship with us? Разве это не замечательно, что Бог хочет иметь с нами взаимоотношения? It implies that He is Lord, our Master, and we are His servants. Это имя подразумевает, что Он Господь, Господин, а мы Его слуги. Now the interesting thing is that the New Testament depicts Jesus as both Adonai and servant.
Интересно, что в Новом Завете Иисус описан и как Адонай, и как слуга. He took on the role, Yeshua took on the role of servant, so he could be an example to us as to what our relationship to Adonai should be. Иешуа взял на себя роль слуги, чтобы показать нам, какие у нас должны быть взаимоотношения с Господом Адонай. So it said, knowing God as Adonai, that we will discover a true sense of purpose. То есть познание Господа Адонай – это нахождение своей истинной цели. He's the only one who can empower us to fulfill His purpose for our lives. Только Он может дать нам силы и способности исполнить цели для нашей жизни. That's why we're dependent upon Adonai. Поэтому мы полагаемся на Адонай. The name has a sense of an owner, master, or superior authority. Это имя означает господин или тот, кто имеет верховную власть. It is used as a term of respect. И оно используется как термин проявления уважения. What does the name rabbi mean? Что значит слово раввин? Teacher. Teacher, right. The Yeshua was called rabbi also. Иешуа называли и раввином. Now Sarah called Abraham Adonai as a sign of respect. Сара называла Авраама Адонай, и это был признак уважения. And it's in 1 Peter chapter 3 verse 6. 1 Петра 3:6. Why don't we just take a look of that? Look at that. Давайте откроем это место Писания. 1 Петра 3:6. First Peter chapter 3 verse 6 is talking, this chapter 3 is talking about wives being submissive to the husbands, their own husband, by the way. В третьей главе говорится, что жены должны повиноваться своим мужьям. Verse 1 in chapter 3 does not say wives should be submissive to everybody's husband. Ну, своим мужьям, то есть в первом стихе не сказано, что жена должна повиноваться мужьям, то есть, ну, вообще, мужьям других. Your own husband. Your но повиноваться own husband. Своему мужу. Now, let's read verse, давайте прочитаем шестой стих. Let's read verses 5 and 6. Пятый и шестой. Who would like to read that? Кто хочет прочитать? Thank you. Спасибо. These verses talk about the beauty of a gentle and quiet spirit. В этих стихах говорится о красоте кроткого и смиренного духа. In verse 4. В четвертом стихе. So those of you young men who are not married, you should pray verse 4 for God to give you a wife like that. Так что, молодые братья, которые еще не женаты, вы можете молиться четвертым стихом, чтобы Бог дал вам такую жену. Now, let's go on. Продолжим. Jesus is our example of a servant's relationship to his master. We're going to look at this in 1 Peter also. Иешуа является нашим примером, как мы должны общаться и каким мы должны иметь отношения с нашим господином. И мы находим это в 1 Петре. Let's turn back to 1 Peter chapter 2. 1 Петра, 2 глава. To verse 18. 18 стих. And we're going to read verses 18 to 23. С 18 по 23 стихи. Потому что и Христос пострадал за вас, оставив
Did she read 23? До 23-го. Спасибо. Jesus is our example of a servant's relationship to his master. Иешуа является для нас примером, какие должны быть взаимоотношения между господином и слугой. And it says in verse 21, we are to follow in his steps. И в 21 стихе сказано, что мы должны идти по его следам. He committed himself to God who judges righteously. Что он предал себя Богу, который судит праведно. If you are going to serve the Lord, you will be misjudged. Если вы служите Богу, то вы будете неправедно судимы. And you will have a choice to make. И тогда вам придется делать выбор. Whether to be offended and quench the Holy Spirit, либо обидеться и угасить Дух Святой, or to forgive and be victorious. Либо простить и одержать победу. What did Jesus Christ say on the cross? Что сказал Иисус Христос на кресте? It's done. He said that, but what else did he say? Да, а что еще он сказал? Do not impute this sin to them. Forgive them. Right. He asked God to forgive them. Он попросил Бога простить их. He said they know not what they do. Потому что они не знают, что делают. Most of the times we are offended, it is because the person who is doing the offense does not really know what they're doing. Часто мы обижаемся, когда человек, который нас обижает, на самом деле не знает, что он делает. They have been blinded by Satan. Человек был ослеплен сатаной. So it's very important not to let offenses build up in your heart. И очень важно не позволять обидам накапливаться в вашем сердце. But to forgive. Но прощать. And to go on. И идти дальше. Now, Jesus is our example. Now let's turn to our main scripture. Exodus chapter 4. Иешуа наш пример. А теперь давайте откроем наше основное место Писания, Исход 4 глава. And here we're going to read about Moses. И здесь мы будем читать о Моисее. Remember, God asked Moses to go to Pharaoh. Помните, что Бог сказал Моисею пойти к фараону. And what did Pharaoh, what did Moses say? И что сказал Моисей? When God asked him, send somebody else. Yes. He said, first of all, he said in verse 11, chapter 3, who am I? Третья глава, 11 стих, он сначала сказал, кто я? And we talked yesterday about how this is always our natural human instinct to look at ourselves. И вчера мы говорили, что это наш обычный человеческий инстинкт, прежде всего смотреть на себя. So now let's look at chapter 4 and ask someone please to read verses 1 through 5. Теперь 4 глава, кто-нибудь прочитайте с 1 по 5 стихи. Спасибо. So God gave a sign to Moses that he could give to Pharaoh. Бог дал Моисею знамение, которое он мог показать фараону. Now a serpent was on the crown of the Pharaoh. Змей был изображен на короне фараона. Serpents are worshipped a lot in pagan countries. И в языческих странах змеям часто поклоняются. And so that was very very key thing there for Moses to have power over that serpent. И это было ключевой момент, чтобы у Моисея была власть над этим змеем. And then the Lord gave him another miracle in verses
6-9, but we won't read that right now. И затем Господь дал Моисею еще одно знамение с 6 по 9 стихи, но мы не будем читать это сейчас. The Lord told him to put his hand inside his cloak, and then when he took it out, it was leprous, it was white as snow. Господь сказал Моисею засунуть руку себе в пазуху, и когда он вытащил руку, то она была белая от проказы. And then when Moses put his hand in his cloak again and drew it out, his hand was restored completely. Потом Моисей снова засунул себе руку в пазуху, и когда он ее вытащил, она была абсолютно здорова. This is another miracle because for centuries there was no cure for leprosy. Это еще одно знамение, потому что на протяжении многих столетий не было лекарства от проказы. And people had to go live in colonies on islands by themselves. И прокаженные, они жили отдельно в колониях на островах. So, let's read verses 10 to 15 now. Давайте теперь прочитаем стихи с 10 по 15. Yeah, go ahead. Спасибо. So now we see Moses. Now, this is interesting, isn't it, that Moses was a strong man, and yet he was afraid of speaking to Pharaoh. Интересно, что Моисей был человек сильный, однако он боялся идти к фараону. There is a theory that Moses stuttered. Есть теория, что Моисей заикался. And he was embarrassed. И это его смущало. And there have been other people that God has chosen who have had this affliction. Были и другие люди, избранные Богом, у которых была такая же проблема. I don't know if you've heard of the minister in the United States named Benny Hinn. Я не знаю, вы слышали о служителе Соединенных Штатов Бенни Хинн? He stuttered terribly. Он сильно заикался. And God told him when he first became saved and had grown in the scriptures that he wanted him to preach. И Бог сказал ему, Бенни Хинну, когда тот покаялся и возрастал в Писании, что он хочет, чтобы Бенни Хинн проповедовал. And that day came and he was scared to death. И он был, конечно, напуган до смерти. Because when he was a little boy and guests would come to his home, he would go hide under a table. Потому что когда он был маленьким мальчиком и к ним домой приходили гости, то он прятался под столом. He was afraid to speak to them. Он боялся разговаривать. He was afraid of being made fun of. Он боялся, что над ним будут смеяться. And so when the time came for Benny Hinn to stand up in front of the congregation, he opened his mouth and God healed him of stuttering. И когда наступило время Бенни Хинну проповедовать людям, он стал за кафедрой, открыл уста, и Бог исцелил его. And many people feel that Moses had the same affliction. И многие люди считают, что у Моисея была такая же проблема с заиканием. And so that's why he asked, please, that the Lord send someone else in verse 13. Поэтому в 13 стихе он говорит Господу: пожалуйста, пошли кого-то другого. Now the Lord was angry about that. Но Господь разгневался на это. Why do you think the Lord was angry? Как вы думаете, почему Господь разгневался? Because Moses did not trust the Lord. Right. He didn't know what? He relied on himself.
Yes, he didn't really know the Lord as El Shaddai, did he? То есть он не знал Господа как Эль-Шаддай. And so God is very gracious though, and he understands even though it made him angry, he supplied Aaron. Но Бог благ, и несмотря на то, что он разгневался, он дал Моисею Аарона. Now, I don't think Moses had any trouble speaking to Aaron. Я не думаю, что у Моисея были проблемы говорить с Аароном. He was very comfortable with him. Ему было с ним очень удобно. And he took the words that God told him, and he told them to Aaron, and then Aaron spoke them to Pharaoh. И он взял те слова, которые Бог ему сказал, сказал их Аарону, а Аарон уже говорил фараону. So now Moses is learning that the Lord is Yahweh. И Моисей узнает, что Господь есть Иегова. And also Adonai. И также Адонай. His master. Его господин. And let's look at verse 10. Давайте посмотрим в 10 стих. In my translation it says Moses said to the Lord Yahweh. Ну вот в её переводе сказано и сказал Моисей Господу, и здесь вот Господу это Иегова. And then these are the words he spoke. И вот что он сказал. Oh my Lord Adonai. О мой Господь Адонай. So in verse 10 we have both words for God here. То есть здесь в 10 стихе по отношению к Богу употребляется оба этих слова. We have Yahweh and we have Adonai. И Иегова, и Адонай. And in verse 13 Moses says, "O my Lord Adonai." И в 13 стихе Моисей говорит: "О мой Господь Адонай." And in verse 14 it says, "The anger of the Lord Yahweh." И в 14 стихе сказано, и возгорелся гнев Господа и Иеговы. And so we see here in this chapter 4 both names, Yahweh and Adonai. В 4 стихе, в 4 главе мы видим оба этих имени, Иегова и Адонай. Now we're going to leave Moses and we're going to go back to the Gospel of John. Сейчас мы оставим Моисея и перейдем в Евангелие от Иоанна. Because this issue of servanthood is so important in ministry. Потому что вопрос слуги очень важен в служении. And Jesus is our example. Yeshua is our example. И Иешуа для нас пример. In John chapter 13, let's start reading in verse 6. Иоанна 13 глава, начнем читать с 6 стиха. And I would like someone to read verses 6 through 9. Кто-нибудь прочитайте с 6 по 9 стихи. Okay, how far did she read? Till the 16. To what? Verse 16. Oh, I wonder going to go to 6. I mean 6 to 9. Okay. Okay, let's look at verses 6 through 9. А давайте рассмотрим стихи с 6 по 9. This is right before Jesus is going to be crucified. Это произошло перед распятием Иисуса. And the Lord took water, poured it into a basin, and
He began to wash the disciples' feet. Господь взял воду и начал омывать ноги ученикам. And when he came to Simon Peter, Simon Peter refused. И когда он дошел до Симона Петра, то Петр отказался. You shall never wash my feet. Не умоешь ног моих вовек. Peter also said, I will never deny you. И также Петр говорил, я никогда не отрекусь от тебя. Yeshua has patience with our temperaments. Yeshua, он терпеливо относится к нашему темпераменту. Peter had a sanguine temperament. He had a sanguine temperament, a character. Петр, у него был темперамент сангвиника. He spoke before he thought. Он сначала говорил, потом думал. And the Lord said, well, Peter, if I don't wash your feet, you have no part with me. И Господь говорит Петру, если я не умою ног твоих, то не имеешь части со мною. Oh, and so Peter thought, well, if Jesus washes my feet and I have a part with him, then I want him to wash my hands and my head, and then I'll have a big part with him. А Петр подумал, ну если он омоет мои ноги, и я буду иметь с ним часть, то тогда, если он умоет мне и руки, и голову, то я буду иметь большую часть. But Jesus said, you don't need anything washed but your feet. Но Иисус сказал, что тебе нужно только ноги омыть. But you are completely clean. Потому что ты чист. Now, what is Jesus talking about here? О чем Иисус здесь говорит? He's talking about Jesus, Peter's heart. Он говорит о сердце Петра. Peter had believed in him as the Messiah. Петр поверил в него как в Мессию. He had been washed by the transforming words of God. Он был омыт преображающим словом Господним. He was saved. Он был спасен. But as we walk in the world, we get our feet dirty. Но когда мы ходим в этом мире, то ноги наши пачкаются. That's why in 1 John 1:9 it says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Поэтому в 1 Иоанна 1:9 сказано, что если мы исповедуем наши грехи, то он верен и праведен и простит нам наши грехи и омоет нас от всякой неправедности. This verse in 1 John, the epistle of John, chapter 1, verse 9, is for Christians. И 1 Иоанна 1:9 это место писания для верующих. When we become saved, we don't stop sinning. После того, как мы спаслись, мы не перестали грешить. Well, we may want to stop. Возможно, мы хотим перестать грешить. But because of our human nature, we're not perfect, and we won't be perfect till we go to heaven. Но из-за нашей человеческой природы мы несовершенны и не будем совершенными до тех пор, пока не придем на небо. So when we do sin, we confess our sins, and God forgives us. Поэтому, когда мы грешим, мы должны исповедовать свои грехи, и Бог прощает нас. This is what Jesus is referring to when he says, you only need to have your feet washed. И это то, о чем говорит Иешуа, сказав, что вам нужно только ноги омыть. Then he said, you are clean, but not all of you, and he was referring to Judas. И дальше он сказал, что вы чисты, но не все. И он подразумевал Иуду. So, the example here that Jesus is giving us is that even though he was Lord, he was Adonai, he was master, he washed his disciples' feet. И здесь Иешуа дает нам пример, что несмотря на то, что он Господин, он Адонай, тем не менее он омывает ноги своих учеников. He was Adonai and he was a servant at the same time. Он одновременно был и Адонай, и слуга. Now our time is up, so we say have a nice break and we'll see you later. Наше время истекло, хорошего вам перерыва. Увидимся позже.